Сдержанность, матовая глубина угля. Графика отличается философичностью, работой с тоном, вдумчивостью. Юлия Старченкова, автор новой выставки, открывшейся в Приобанке, яркости красок предпочитает именно спокойствие угля. Между тем, разнообразие палитры мастера удивляет. Бескомпромиссный черный, глубокий темно-серый, смягченный полутонами серебристый, прозрачно-жемчужный, плотный молочно-белый. К углю я пришла из живописи. Каждый раз, когда я начинала живописную работу на холсте, то есть там можно либо углем делать подготовительный рисунок, либо маслом. Я всегда выбирала уголь, и в процессе мне так понравилось работать углем по холсту. Мне казался он таким мягким, таким живописным. Там можно столько всего добиться. Именно вот поэтому у меня любовь к фактурному. Можно посмотреть, что вся бумага здесь – это акварельная бумага, либо картон. Вдохновить на создание картины Юлию, по ее признанию, может и реальный пленэр, и красивая фотография. Юлия – неоднократный победитель и лауреат конкурса «Мой край задумчивый и нежный». Для него художница писала, хорошо знакомая жителю средней полосы места. А вот для проекта «Арт-география» референсы она находит на снимках. Так в ее картинах появились, например, горы. Сюда вошла графика, выполненная мной в основном в период нашего карантинного года, когда мы сидели дома. То есть основные работы – это 20-й наш год, когда я путешествовала. Единственное что, только по фотографиям, по видео каким-то в интернете. Вот, и выбирала, что мне нравится. У меня была одна моя мечта – это попутешествовать по нашей России. Я подумала, что хорошее время попутешествовать виртуально и подобрать себе места, которые я бы посетила когда-нибудь потом. То есть я думала, что вот в этой области я вот в это место хочу посетить, в этой. И эти места я решила нарисовать. То есть некоторые места я рисовала, как они были на фотографиях. Серия работ «Прикосновение души» была написана специально для выставки в Германии. Получилась она немного сказочной, несмотря на выбранный для создания материал. Романтизмом 19 века веет от миниатюр. Можно увидеть на выставке и две работы, посвященные античному мифу о Золотом Руне. Путешествие вслед за фантазией Юлии Старченковой продлится в галерее Приувнештурбанка до 20 апреля. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».